Учебный год закончился, наконец-то можно отдохнуть. Но не у всех родителей есть возможность вывести детей на юга на все лето. И лагеря при школах – хороший выход из положения. Ребенок под присмотром, пока мама с папой работают, и чаду не скучно. Мне нравится это лето, именно этот месяц, как я его проведу, потому что я вижу своих одноклассников, мне с ними весело, и также педагоги придумывают для нас интересные программы. В этом году в Мурманске открылись детские лагеря на базе 10 школ. В первую смену пошли больше 1000 юных северян. Стоимость одной путевки – 1050 рублей. Эта стоимость не меняется уже так же на протяжении многих лет. Это, конечно, очень удобно для родителей. Когда вот с ребятами разговариваем вот так вот просто, говорят, как тебе? Вот недовольных, по крайней мере, я никогда не слышала. Очень важный момент, на который всегда обращаю внимание, именно на баланс самой программы для детей, сколько времени они проводят, ну, грубо говоря, в стенах школы, на базе которой находится отряд и лагерь, и сколько времени они проводят на свежем воздухе. Сегодня только первый день работы лагеря. Впереди ребят ждут экскурсии в музей, походы в кино и театр, творческие мастер-классы и активные игры. Лада Егорова, Сергей Расюк, ТВ 21+.